Администрация Северского района совместно с военными и школьниками и юнармейцами в рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы высадили 75 саженцев клена. Адам Джарим выступил с приветственным словом к участникам акции и обратился к молодежи с призывом не забывать подвиги предков и бережно хранить память о тех, кто отдал свою жизнь в бою в годы Великой Отечественной войны. Хочу поблагодарить и ребят военных, которые сегодня пришли на это мероприятие, за то, что вы служите своей родине. Это очень почетно. Хочу сказать, конечно же, вам, ребята, которые сегодня учатся в школе, я уверен, что проезжая это место, вы будете всегда с гордостью вспоминать сегодняшний день, что вы были участниками закладки этого сквера. Высаженные клены символизируют связь поколений и память о тех, кто погиб, защищая свои родные земли. Хотелось бы всех поздравить с наступающим 75-летием Великой Победы, пожелать нашим ветеранам здоровья, пожелать нам мирного неба над головой, молодым юноармейцам, нашим школьникам не забывать тот подвиг, который совершили наши деды, прадеды. Аллея из кленов в Смоленском сельском поселении стала первой аллеей славы. В будущем здесь планируют облагородить территорию, где будут установлены скамейки и положат плитку. Подобные мероприятия пройдут и в других населенных пунктах района в рамках юбилейного года памяти и славы.